Всем привет, с вами Бенни. Сегодня я вам покажу, как сменить валюту в Стиме на рубли. Для начала мы скачиваем любой прокси. В моем случае это будет Hide.me. Он очень удобный и простой в использовании. Итак, переходим в браузер. Вводим сайт hide.me.ru. Далее нажимаем на подробнее. Попробовать бесплатно. Затем мы должны ввести нашу почту. Туда придет код активации нашей программы. Теперь нам осталось только подождать. Теперь снова нажимаем на подробнее. И на этот раз мы ищем VPN для Windows. Скачиваем и устанавливаем программу. Когда мы ее установили, запускаем с рабочего стола. Вводим наш вновь присланный код и активируем программу. Так как это тестовый код, он будет действовать всего 24 часа, но нам и этого вполне хватит. Когда мы активировали программу, выбираем в списке серверов «Россия», «Москва S1», «Подключиться». Как только мы все это проделали, открываем наш Steam и переходим во вкладку «Об аккаунте». Тут мы, конечно же, замечаем, что у вас за страна магазина. В моем случае это Россия. Нажимаем «Изменить страну магазина». Из списка находим Россию, и вам осталось только заполнить небольшую формальность. Данные тут, конечно же, левые. Можете даже мои взять. Как только вы все это заполнили, нажимаем «Подтвердить страну» и все. Теперь у меня цены в долларах. Ну что же, если вам понравилось это видео, не забывайте подписаться и поставить лайк под видео. С вами был Бенни.